Гололедица в городе. Сегодня с утра жители областного центра на себе ощутили резкое наступление зимы. Скользкие тротуары, присыпанные снегом, и вот результат. В травмпункте ОКБ номер 2 колоссальный наплыв пациентов. По данным областного департамента здравоохранения, медучреждение уже обратилось около сотни тюменцев. У 10% из них серьезные травмы, требующие хирургического вмешательства. Медики напоминают о мерах безопасности передвижения пешеходов во время гололедицы. В такую погоду рекомендуют надевать сезонную обувь и не торопиться при ходьбе.